С вами компания Электромотор. Наконец-то у нас уже потеплело. Весна, красота. Смотрите, есть у меня сейчас вот такая вот дрелька Энхель. Значит, моделька 2016-17 года. Раньше продавалась не сильно, а сейчас просто начали свистеть. А почему? Сейчас мы пойдем в студию, я вам расскажу. И еще обязательно применяйте на весь инструмент, любой инструмент, промокоды TOOLS2020. Когда вводите, цена еще дополнительно пересчитывается, вы получаете скидку. Почему так делаем? Не перестаю говорить. Все поставщики требуют рекомендованные розничные цены. Мы компания маленькая, всегда делимся с нашими постоянными покупателями или зрителями канала своей скидочкой. То есть ввели промокод, если вы его знаете, значит смотрите наш канал и сразу же там 5-10% от нашей дилерской скидки идет вам. В общем, мы люди не жадные. А почему вдруг эти дрельки начали продаваться, сейчас узнаем. Поехали. Чжик, закроем. Электромотор. Неожиданно пошли дрели Энхель модели КТС-ID1000Е. В общем, киловаттные дрельки от Энхеля. Сейчас сделали акцию, ну реально их можно забрать за 1000 гривен. Так они были по 2000. Сейчас попытаемся открыть, посмотреть, что здесь. Покажу вам. Не буду говорить про мега достоинства. Из таких обычная дрелька, очень похожая на бошевскую. Есть электронная регулировка оборотов. Посмотрим, какой патрончик. Ух ты там, что там так запаковано серьезно. Так, достали мы нашу дрельку. Не хотел монтировать, но так, смотрим близко патрон. Вот как-то он выглядит так. Максимальный подхвостовичок у нас 13-й. Смотрим наши. Ну, качество терпимое. Здесь, конечно, вы, не знаю, передаст ли камера. Снимаем 4К. Но здесь, конечно, особенно вот реверс, курок. Ну, конечно, по-голименькому смотрится. Ага, дрель у нас ударная. Имеет две скорости. Вот, ну, смотрится, есть вот этот вот удобный под пальцы. Номинально похоже, конечно, на Bosch, но ну, убогенько выглядит, скажу вам честно. Ну, хотя, если брать 1000 гривен, то, наверное, ручка, дополнительная рукоятка. Ну, посмотрите поближе. Такой самый дешевый. Давайте, может, попытаюсь еще вам включить, посмотрим, какой звук. Так, сам провод тонкий, не прорезиненный. Я их называю как на фене, простите меня. Еще тот обзорщик. По цене самого дешманского Китая Энхель просто сделал супер акцию по цене. Ничего особого в этой дрели, я вам скажу, она не обладает. Патрон, ну, не болтается, вроде стоит тверденько. Как для бытового пользователя, если вы хотите купить что-то недорогое для пары, чтобы просверлить несколько отверстий в доме, либо в бетоне, то можно смело брать, я думаю. Как бы двушечку она не стоит, а за 1000, конечно, она будет лететь. То есть это не 750 ватт, это киловаттный движочек. На гарантии, кстати, гарантия европейская. Так что честный обзор. Что в комплекте? Ручка дополнительная. Это я понимаю. Ограничитель глубины сверления. Вот куда бы его тут сунуть. И куда он тут совывается.
Даже не скажу, куда он тут совывается. А, наверное, в рукоятке. Вот его. Здесь вот в рукоятку всовывается, получаем ограничитель глубины сверления вот сюда вот. Так. Сам ключик можно повесить здесь. Но здесь еще, видите, ничего не висело, уже такое. Есть вопросы по проводу, понятно. В общем, супер цена за терпимое качество. Так что вам решать своей копеечкой, покупать, не покупать. Но сейчас скажу, дрельки Энки. Вообще, кстати, много Энкевиска сейчас начало лететь, потому что, ну, классная цена. Да, честная, честная гарантия и классная цена. В общем, пробуйте, покупайте.